Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новый влог, так, наверное, немного обо всем. Не знаю, какой у нас сегодня будет день, но я сегодня хочу вечером приготовить мясо по говядину, по рецепту. В общем, вы мне, я вас просила как-то написать, что вы готовите из говядины. Многие из вас там, ну, много что мне писали. И, короче, когда я рылась, искала эти рецепты в интернете, наткнулась еще на один рецепт, как приготовить вкусную говядину. В общем, сегодня буду готовить. Не знаю, вроде хотим сегодня еще съездить. В общем, хотела сказать, что мы еще сегодня хотели поехать в кино. Вот, ну посмотрим, поедем или нет. Я пришла в другую комнату, потому что мальчишки прибежали играть. В общем, у них там лего разложено. Приезжали доигрывать. А мне тут вон кто лежит. Вон кто лежит. И второй, кто пришел. Да. Ой. Злой Каспер. Кажется, лежал, все пришли тут. Все равно надо будить, надо кровать застилать. Вот, у нас в Питере немножко, ну, погода так похуже стала. Где-то 18-19 градусов где-то сейчас. Но обещают вообще у нас жару чуть ли там не до 30 градусов. Вот, так что... Джуськин тут пристает к маме. Облизывает мне руки зачем-то. Еще вам сегодняшнее видео хочу вам показать. Мне тут присылали один такой набор средств для уборки. Вообще, тема сохранения природы, это вообще на самом деле очень прикольная тема. На самом деле средства мне понравились. Мне очень понравилось средство для мытья стекол и зеркал. Не оставляет вообще никаких разводов. Я уже практически все их использовала. Осталось у меня только средство для кухни. Тоже очень хорошо убирает жир, несмотря на то, что это такие, ну, эко-био-средства, да. И очень классный. Покажу, как выглядел набор. Он у меня приходил достаточно давно. Вот. Но я уже все использовала, средства очень понравились. И средство для мытья посуды, оно выдавливается такой пенкой. Очень классное, так что сегодня вам покажу. Вот такой вот ко мне пришел набор. Я тут без помощника, как всегда, никуда просто. Вот. В который входили две емкости. Один распылитель, а второй пенообразующая такое помпа у нее. Да? То есть также идут губки. И вот такая вот бамбуковая микрофибровая тряпочка. Очень тоже полезная. Тут, видите, у меня помощники, как всегда. Джуси еще маленькая на этих кадрах. Вот. И отдельно идут 4 вот такие... Вот она, тряпочка, как раз вам показываю. И отдельно идут такие вот в маленьких упаковках жидкости, которые нужно смешивать с водой и заливать, соответственно, вот в эти вот бутылочки. Вот у меня тут вовсю помощники. На самом деле у меня здесь в этом видео очень плохо со звуком, поэтому мне пришлось озвучить. Вот. И средства действительно работают. Здесь история такая, что мы используем как можно меньше пластиковых упаковок. На самом деле история это классная. Я люблю повторно использовать различные упаковки, как с распылителем, так и с дозатором вот таким. То есть вот это как раз-таки пенообразующее такое. Его добавляем. Добавляем мыло для рук или средство для мытья посуды. Для стекол и зеркал сюда еще входит в этот набор. И для кухни как раз таки средства. Видите, у меня сколько помощников помогают мне. Мыло-пенка, вот это для рук тоже очень понравилось, очень имеет такой приятный ягодный аромат, хорошо убирает загрязнения. Мои мальчишки даже дочисто моют им руки, что не может меня не радовать. Вот. И вот сюда мы добавляем уже вот такой очиститель для кухни, то есть, соответственно, использовали очиститель для кухни, да, и потом баночку я вот эту споласкивала и наливала уже другое средство. То есть, видите, сколько... мы можем использовать вот этих пустых флаконов, да, в год. То есть история это на самом деле очень классная, что можно несколько раз использовать один и тот же флакон. Я обычно так и делаю, кстати, особенно если мне понравился какой-то дозатор, я в него спокойно что-то другое переливаю и использую. То есть средства действительно очень хорошие, я всем рекомендую. Ссылки, как всегда, я вам оставлю внизу в инфобоксе, но если вам интересна такая тема, обязательно зайдите, посмотрите. Пытаюсь отогнать своих помощников. Вот. Видите, никак я не успокоится. Сейчас еще девочки своим мальчишкам, ну, мужу в том числе, сделала вот такой вот
ну, как перекус. Я не знаю, как назвать. В общем, булочки напекла. У меня было тут немножко сосисок. Но они, видите, такие маленькие, сама сосисочка. И слоеного теста. Здесь у меня пачка слоеного теста лентовского. Там два пласта. И вот у меня еще осталось тесто. И я решила сделать вот такие вот, такие вот штучки. Я их сахаром обсыпала. И все, красота. Да? Они меня и то любят. Ну, сосиски, конечно. Сосиски в тесте – это самое, самое вкусное, что может быть. Сейчас остынет. Будут чай у меня пить. Мне тут сейчас еще пришел заказ с сайта «Лабиринт». Решила заказать. Мне, кстати, многие из вас рекомендовали там заказывать всякие книжки, канцелярию и тому подобное. Сейчас покажу, что заказала своим мальчишкам. Во-первых, такую книгу. «Настоящий детектив. Запутанные преступления. Неожиданные улики». Ну, в общем, мы любим читать детективы, а здесь всякие, видите, ну, всякие задания, в общем, связанные, видите, вещдоки там всякое такое, в общем, не знаю, надеюсь, что будет интересно мальчишкам. Вот такие вот всякие вещи. Также это старшему сыночку, правда, здесь 2-3 класс, но занимательная летняя школа, в общем, здесь на повторение пройденного материала сядем, будем заниматься понемножку здесь. По-моему, видите, чтение, математика, русский, окружающий. То есть в одной тетрадке все предметы. Очень здорово, на самом деле. Вот, так что мы будем заниматься. Еще взяла вот такую вот штучку. Это правила по английскому языку. Здесь собраны, я так понимаю, все правила. Но я так полистала. На самом деле, очень тоже удобно. Вот, видите, глаголы всякие, в общем. Все тоже, чтобы у нас было. Также купила читать старшему вот такую книжку. Вот, на лето. Ну, мы и то, что по школьной программе задано, тоже читаем. И еще, в общем, вот такой вот он будет читать у меня. Ну, небольшая, тоненькая, как раз пойдет прочитать. Это я купила уже младшему. Я учусь в математике, он у меня цифры знает. Так что будем тут тоже заниматься. Вот такое пособие по математике. И вот такой вот, как бы, учим буквы для детей 5-6 лет. Буквы мы не особо хорошо знаем, поэтому тоже вот такое вот пособие. И еще, девочки, мы купили алмазную мозаику. Вот такую, вот такого кота. У меня сейчас как раз ребенок очень занят этим. Да? Здорово? Нравится? Вот видите, клеит такого кота, который будет у нас на подставочке вот такой стоять потом. Видите, вот такая вот. Вот, в общем, занимается, выкладывает ребеночек. Нравится тебе? Вот. Ну, он у меня любит младший такими всякими вещами заниматься. Нравится? Да. Да. Вот. В общем, занимается. Да? Вот такие вот у нас будут развлечения на лето. Ну, как развлечение. Старший не очень, конечно, рад. Вот. А младшему? Младшему пока в радость все это. Так что вот такие. Ну, там на самом деле подешевле, чем в буквоеде. Я же обычно все вот это покупаю в буквоеде. Ну, и выбор там, конечно, намного больше. Вот. И подешевле получается. Доставка у меня бесплатная получилась. Вот. Ну, кому интересно, я ссылочки оставлю вам. Вот. Ну, там очень много всяких вот таких пособий. По хорошим ценам, там еще какие-то летние распродажи, мне еще по скидке все это досталось. В общем, вообще супер. Вот, так что работаем теперь, да? И мы все-таки решили сегодня съездить в кино. Поехали мы на фильм «Круэлла». Очень он нам понравился всем, и мальчикам, и мне. Сейчас готовлю ужин. Это у меня говядина. Он готовится достаточно долго. В общем, когда мне писали девочки всякие рецепты, я рылась в интернете, там, в общем, смотрела ваши рецепты и нашла один такой рецепт. В общем, хочу вам его тоже показать и попробовать, грубо говоря, вместе с вами сделать. Значит, здесь у меня говядина. Я ее, ну, добавила специи, посолила. Это у меня замороженный бульон куриный сюда положила.
И у меня такая формочка для запекания. Вообще хорошо делать в горшочке. И сверху буду выкладывать лук такими кольцами, да. И потом все это буду закрывать фольгой. Таким образом мы все положим. Закрывать фольгой и ставить при температуре 180 градусов на 2 часа. То есть, чтобы говядина была очень-очень мягкая. И еще будем готовить сметано-горчичный соус, который мы потом польем. В общем, накрываю фольгой, отправляю в духовку. Так, постояло у меня с мясо, значит, 2 часа в духовке. Я сделала вот такую как бы заправку. Здесь сметана, горчица и мука. Я вам, конечно же, рецепт пропишу внизу в инфобоксе. Сейчас я добавлю вот эту смесь к мясу и поставлю еще на полчаса в духовку. Вот такое, девочки, мясо у меня получилось. На самом деле оно очень вкусное, мягкое, просто обалденное. Вот этот горчичный соус придает мясу, не знаю, просто обалденный вкус. Всем советую приготовить. Я рецепт оставлю, как всегда, внизу в инфобоксе. Все ингредиенты, соответственно, будут прописаны там. На гарнир я сварила, ну как сварила, сделала кускус. Да, я его запариваю кипятком обычно. Вот такой мне показалось, что к этому мясу как раз будет отлично такой гарнир. И сделала салат, но не стала уже добавлять сюда никакую зелень с огорода. Просто помидоры, огурцы и добавила немножко майонеза. Получилось, на мой взгляд, очень вкусный ужин. Вот такой вот ужин получается. Мясо, девочки, очень советую попробовать. Кстати, с кускусом он получился вообще идеальный. Вот эта тарелочка моего мужа. Я ела просто мясо с салатом. Вот. Но очень-очень вкусное мясо, действительно прямо мягчайшее. Немножко кадров с прогулок моего кота. Он на самом деле очень редко у нас выходит на улицу, во двор. Практически не выходит, все время сидит дома. Но теперь есть балкон, и он решил у нас гулять по крыше. Каждый вечер он выходит на крышу и сидит и смотрит на закат.